Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь мне хочется коснуться, наверное, даже не столько самого вопроса вашего, который, понятное дело, нужно обсуждать непосредственно с вами, потому что только непосредственно в беседе можно увидеть на основе тех чувств, которые у вас присутствуют, что конкретно вам нужно от этого общения, от мужчин. Вот. Но чаще всего там, конечно, проблема одиночества, чаще всего там проблема нужности, вот, или ненужности, как результат, ну, как вариант, вот, но тут есть свои, скажем так, свои детали, вот, свои детали и свои, как мне кажется, ну, своя разновидность есть. Вот, то есть это, ну вот, свои нюансы есть, вот, поэтому очень важно этот момент учитывать. Но я хотел бы обратить ваше внимание на следующую деталь. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы говорите о проработке, то есть вы говорите о том, что вот вы работали с психологом, и что как бы тяги у вас нет, вот. Но при этом вы говорите, что я то прерываю с ним общение, то снова начинаю. И это как бы свидетельствует о том, что все равно ситуацию вы не контролируете, как мне кажется. Вот. А по поводу нарцисса и, ну, того, что этот человек нацист, я бы однозначно говорить не стал. Мне кажется, что со стороны психолога несколько странно научно называть человека нацистом, ну, потому что неизвестно. Вот. Но ваше внимание я хочу обратить именно на тот факт, что вы, с одной стороны, говоря о том, что проработали эту историю, тяг у вас уже нет, с одной стороны, говоря это, с другой стороны, по сути, ну, по факту, как бы, подтверждаете то, что вас эта тема еще волнует, по большому счету. Вот. И на мой взгляд, это важно, в первую очередь. То есть, на мой взгляд, важно, чтобы вы увидели этот момент, чтобы вы его увидели, что вы до сих пор на что-то с мужчиной надеетесь этим. Вы до сих пор на что-то рассчитываете. Вас до сих пор к нему тянет, к мужчине, я имею в виду. И как бы необходимо с этим разобраться, с вот тягой как раз вашей к человеку, потому что пока вы
ну, пока вас тянет, вот, вы будете чувствовать себя не свободно. В контексте фотографий, мне кажется, что тема фотографий была уже вами поднята ранее, то есть вы, как мне кажется, уже задавали этот вопрос относительно фото, то что мужчина у вас требует фотографии, что вы не очень понимаете, каким образом на это реагировать. Вот. Я думаю, что это вопрос, касающийся вашей тревожности. Тут я думаю, что почему-то вас это тревожит, или, может быть, вы вообще в целом как-то вот обижаетесь, ну, я имею в виду, обижаетесь на мужчину, да? Вот. Что он вот от вас фотографии, ну, как бы просто вас фотографии, ваши. Вы ждете от него чего-то вот такого. Еще один важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы, в кавычках, попались на вот это как в сказке. То есть, ну, что вам как будто хочется оказаться как в сказке. И это важный момент. Важный момент заключается в том, от чего вы бежите в сказку. Ведь, по сути, человек, когда он вот охотно верит в то, что в его жизни может быть сказка, вот, когда человек, ну, верит в это, когда человек хочет этого, вот, значит, что-то его не устраивает. В его собственной жизни, значит, от чего-то он бежит, ну, вот, какую-то проблему не решает, какую-то часть себя отвергает, и, ну, потому что в противном случае всегда, как бы, очевидно, что сказок не бывает, вы поверили. Вот, также вы, ну, скажем так, позволяли мужчине, своему мужчине, да, вы позволяли обращаться с вами таким образом, то есть, ну, по сути, пользоваться вами, вот, по сути, использовать вас. И тоже важный момент, почему вы это делали, да? То есть вы надеялись на что-то, вы хотели чего-то, вы ожидали чего-то, рассчитывали на что-то. То есть тут вот есть достаточно много тоже
нюансов, которые нужно смотреть. Вы говорите, я не знаю, как будет правильно в этой ситуации поступить. В этой ситуации правильно для вас будет разобраться в себе. Вот. Конечно, мы не знаем, что у вас происходило с психологом, да? Почему сейчас, например, вы с психологом своим не общаетесь, да? Вот. Может быть, история была проработана не до конца. И, может быть, вам необходима, ну, больше глубина проработки. А может быть, времени нужно больше. Иногда люди, как только им становится легче, выходят из терапии, думая, что у них уже все хорошо, думая, что у них уже все в порядке. Вот, но выходит с трапы в общем. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Поэтому я бы сказал, что вы, вероятно всего, находитесь в любовной зависимости. Вот. Вот. И с этим нужно что-то делать. Вот. То есть само это не пройдет. Что с этим делать? Я думаю, вы можете решить вполне себе самостоятельно. То есть я думаю, что, ну, вы способны это сделать сами. Вот. Я думаю, что вполне вам это спасибо. Вот. Я думаю, что вполне вы можете это сделать. Если, конечно, захотите. Вот. Потому что можете, в принципе, и не захотеть. Вот. Такой момент, значит, такая история, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы определенные выводы для себя сделайте. Вот, я надеюсь, что, ну, подумайте, как следует над этой ситуацией. Вот, и именно постарайтесь увидеть то, вероятно,
сейчас задавать вопросы, да, ну именно вот вопросы задавать, именно вот формат такой вопроса ответа, вот он неэффективен. Вот, потому что вам это никак не помогает решить ваши проблемы. Вот. Поэтому я могу только надеяться, что вы готовы к работе, может быть, с новым психологом, может быть, со своим старым, который у вас вот был, да, ну, в смысле, с тем психологом, с которым вы уже работали. Может быть, вам с ним будет легче, может быть, вам с ним будет комфортнее, может быть, вам с ним будет удобнее. Вот, ну, здесь в любом случае нужно смотреть. Здесь в любом случае нужно разбираться. Вот. Я думаю, что примерно таким образом вам можно на ваш ответить. Надеюсь, что это было вам полезно. Вот. Обратите внимание, пожалуйста, на такую важную, как мне кажется, деталь — это интерес к вашей жизни. То есть вот, если ваша жизнь вам интересна, вот, если ваша жизнь вам нравится, если ваша жизнь вас интересует, вот, ну, если ваша жизнь вас вдохновляет, образно говоря, то вряд ли полноценно возможно такая ситуация. Вот. Понятно. Ага, вряд ли полноценно возможно то, что вот, ну вот, то, как это происходит сейчас, я имею в виду, с вами, вот, вряд ли, потому что, у вас были бы немножечко другие интересы, у вас были бы немножечко другие увлечения, у вас были бы немножечко немножечко, ну, может быть, другая направленность, что ли. Вот. А то, как вы это говорите сейчас про себя, да? Вот. Ну, я бы сказал, что выдает некоторую такую, ну, некоторую такую, знаете, вашу, выдает некоторый неинтерес к жизни, короче говоря. Вот. Я думаю, что этот момент нам тоже можно и нужно поправить.
Вот, чтобы ваша жизнь была вам интересна, чтобы ваша жизнь вам нравилась, чтобы ваша жизнь была для вас привлекательной, чтобы ваша жизнь была для вас привлекательной, вот, чтобы вы чувствовали, вот, что живете максимальным способом для вас живете. Вот, я бы так сказал, я бы так ответил вам на вопрос, на ваш, который вы задаете. Вот. Мне так вот, по крайней мере, мне так видится, по крайней мере, этот момент. Вот, понятно, что я могу быть неправ, здесь понятно, что есть свои нюансы всегда, вот, понятно, что всегда можно ошибаться, вот, я не особо, ну, не особо в данном случае претендую на истину, вот, но если я прав, и вы задаете свой вопрос уже не впервые, да, вот про, ну, про фотографию в частности, вот, то вопрос это, конечно, не решится. Нужна такая вот системная работа здесь. Нужна именно вот что системно на такой вот постоянной основе работа, чтобы именно иметь возможность вам помочь и иметь возможность непосредственно с вами быть вот в, ну, в контакте, да, и помогать вам замечать какие-то вещи, да, вот, которых вы сами можете не увидеть, не заметить, не почувствовать и не понять. Вот. Потому что, ну, сейчас, я не знаю, будете ли вы это отрицать, но сейчас вы практически в полной вот неосознанности находитесь. То есть что-то делаете, да, вот, как бы, что делаете, да, вот, вообще непонятно, вот, что, зачем, для чего, почему, как бы, непонятно. Я буду благодарен вам за обратную связь, вот, по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой, это поможет вам начать себя разбираться. Вот, желаю вам всего самого доброго и удачи.